Привет поклонникам ММА. Начнем выпуск с новостей о том, что непобежденный российский полусредневес Зелим Имадаев подписал контракт на 4 поединка с UFC. Имадаев подписан в UFC, об этом сообщает менеджер Зелима Ризван Магомедов. Контракт на 4 поединка, выступать будет 77 кг. Насчет оппонента Зелима информации пока что нет никакой. Имадаев является непобежденным бойцом, за его спиной 8 поединков и все он закончил досрочно. Какие шансы у Зелима в UFC, напишите в комментариях. Теперь давайте поговорим о легком весе в UFC. Дональд Ковбой Серроне заявил, что его поединок с Конором Макгрегором может определить временного чемпиона UFC в легкой весовой категории, пока действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов не проводит поединки. «Хорошие новости, Конор», – пишет Ковбой в Твиттере. «Похоже, мы будем драться за титул временного чемпиона в легкой весовой категории. Титул между Америка и Ирландия, Whisky Proper 12 против Budweiser», – гласит заявление Серроне в Твиттере. А вчера в Австралии в одном из своих интервью глава UFC Дана Уайт заявил, что может потребоваться временный титул чемпиона UFC в легком весе, если, конечно, Хабиб Нурмагомедов не будет драться целый год. Также он подтвердил, что намерен провести летом поединок между Серроне и Макгрегором. То есть вы понимаете, что Дана Уайт задумал все-таки провести реванш Конора и Хабиба. Ну, конечно, если Макгрегор победит Ковбоя. Получается так, что Конор и Серроне будут драться за временный титул, и тогда победитель этого поединка обязательно должен встретиться с Хабибом, так как он владеет титулом UFC. Единственное, что совсем непонятно, так это что же будет с Тони Фергюсоном и Дастином Порье, если победитель временного титула UFC просто обязан будет провести бой с Хабибом. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Ну а тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказал свое мнение по поводу следующего оппонента Хабиба. «Как тренер, я хочу, чтобы он провел бой, который принес ему бы наибольшую финансовую выгоду», – заявил Мендес. «Я говорю, конечно, реванш с Конором, но Хабиб думает в другом ключе. Он хочет делать правильные вещи, поэтому не исключено, что они с отцом склоняются к Тони Фергюсону. Но мое мнение таково, что бой с Конором будет еще масштабнее первого, поэтому я выступаю за такой расклад. Тем не менее, решающее слово всегда будет за отцом Хабиба и за самим Хабибом. А если спросить меня, то мне бы хотелось для него самый большой гонорар». Вот такое заявление сделал Хавьер Мендес. Как вы думаете, какой выберет расклад Хабиб? Поединок против Тони Фергюсона или матч-реванш с Конором Макгрегором? Напишите в комментариях.